армян – это наш минус. Первое место занимает деньги. Они за деньги родную мать могут продать. Я сейчас это приведу в доказательство. Большинство армян. И когда один армянин видит, что другого сажают на кол, истребляют. Он говорит, это не я, это не моя квартира, это не мой родственник. Но он думает, что к нему не доберутся. Вот.